Всем салют, модники и модницы! С вами самый модный канал Ютуба lsnet.ru и наша еженедельная рубрика «Модности». Сегодня мы поговорим о... Продажи Шанель выросли в разы после выхода сериала «Эмили в Париже». Люксовые бренды сосредоточились на местных покупателях. Эксперты рассказали, как пандемия изменила географию покупок люкса. Это и многое другое в нашем выпуске. Поставь лайк, дай в колокольчик и окунись в стиль. Ковид родил тренд на отечественный шопинг. Люксовые бренды сосредоточились на местных покупателях. И Сен-Лоран даже отправлял букеты белых роз своим парижским клиентам. Путешествовать люди стали меньше, а бренды оказались очень зависимы от туристов. И если раньше главной точкой потребителей люкса на карте была Западная Европа, то сейчас центр шопинга смещается в сторону Китая. По итогам иностранных путешественников может стать на 1 миллиард меньше. И такими же темпами через пару лет Поднебесная официально станет мировым центром шопинга. Кёрнинг именно зависимость от туристов объяснила показатели Gucci за третий квартал. Бренд хорошо продавался в Китае и США, а в Европе пострадал. Там 70% продаж приходится именно на туристов, а вот Сен-Лоран сделал ставку на местных клиентов. В последнее время его парижский бутик стал отправлять клиентам букет белых роз. Назван самый дорогой бренд одежды в мире, и это Nike. Культовый бренд оценен в 34,4 миллиарда долларов, что является рекордным для этой отрасли. Не IT-корпорация все же. Согласно данным, Nike за 2019 год подорожал на 6%. Но главное дождаться свежих цифр за кризис 2020 года. Но я уверен, и там ситуация не сильно изменилась. А даже Шанель и Конго выросла в разы после выхода сериала «Эмили в Париже». Пользователи ищут панамы, красные береты и юбки, как у главной героини. Сериал «Эмили в Париже» стал успешным рекламным ходом для брендов. Об этом говорит отчет «Лист». Несмотря на критику за копирование клише и предрассудков, проект стал модной неожиданностью, которой хотят подражать пользователи. Автором нарядов для героев стала художник по костюмам Патриция Филд, работающая над образами «Секс в большом городе» и «Дьявол носит Прада». Официальным партнером сериала стал модный дом Шанель, предоставивший несколько образов для главной героини. С 5 октября поисковые запросы в Pinterest наряды из «Эмили в Париже» выросли на 242%. При этом поиск панам Конго увеличилось на 342%, а красный берет на 100%. Количество запросов на сумки Aldo выросло на 64%, а на сумку для фотоаппарата Jelly Snapshot Mark Jobs на 29%. Популярным предметом одежды стали зеленая мини-юбка Рона Комбо со змеиным принтом. Запрос вырос на 22%. По данным платформы The Reboot, две первые недели после премьеры на сайте продано 25% товаров Шанель, а на Style Light количество кликов на товары Шанель увеличилось на 30% уже за первую неделю. Сериал «Эмили в Париже» стал самым обсуждаемым сериалом осени 2020 года. Еще одна новость от Шанель. Софья и Романа Коппола сделала видеоколлаж о сумке Шанель 19, о связи прошлого, настоящего и будущего. Шанель представил видеоколлаж, посвященный одному из ключевых аксессуаров наступившего осенне-зимнего сезона – стеганая сумка Шанель 19. Над роликом, состоящим из архивных снимков и кадров новой рекламной кампании французского дома с участием Маргарет Гуэйл, работала Софья и Роман Коппола. Сумка Шанель 19 отражает сущность дома Шанель и всех его кодов, создавая связь между прошлым, настоящим и будущим, отмечается в описании видео на YouTube. Кайли Дженнер составила рейтинг своих костюмов на Хэллоуин. Кайли ко всю готовится к наступающим праздникам и вдохновляется старыми нарядами. Кайли Дженнер записала ролик на своем YouTube-канале, в котором составляла рейтинг аутфитов на Хэллоуин. Дженнер поделилась, что больше всего ей понравился костюм, вдохновленный знаменитым образом Кристины Агилера из клипа «Dirty». Кайли призналась, что образ бабочки на Хэллоуин 2018 был посвящен ее экс-жениху Трэвису Скотту. Бабочка – это символ наших отношений с Трэвисом и Строми, поэтому это был действительно особенный костюм, рассказала Дженнер.
В рейтинг вошли также детские костюмы Кайли на Хэллоуин. Так, 10 из 10 получил костюм Телепузика, который ее нарядили в 1994 году. Я даю этому костюму 10 из 10. Отличная работа, Крис. В этом году Хэллоуин выпадает в ночь с пятницы на субботу, поэтому стоит призадуматься о том, как отметить самый страшный в этом году праздник уже сейчас. Готовьтесь к Хэллоуину вместе с lsnet.ru. Только до 31 октября цены на последние коллекции любимых мировых брендов стали еще приятнее. Все будут в восторге от ваших страшно стильных образов. Срок действия акции ограничен. Уточняйте информацию у своего персонального менеджера и пишите нам в директ. Заходи по ссылке в описании и получи свой страшно выгодный шопинг. Эксперты рассказали, как пандемия изменила географию покупок люкса. Китай станет главным мировым шопинг-центром уже к 2025 году. Коронавирусная пандемия ускорила смещение мирового центра шопинга из Европы. К такому выводу пришли исследователи рынка, опирающиеся на отчеты люксовых компаний и конгломератов. Долгое время главной точкой для употребления люкса оставалась Западная Европа. Туда приезжали за покупками туристы со всего мира, в том числе из Азии, поскольку цены в Европе гораздо ниже вывозных. Однако ограничения на путешествия, введенных для сдерживания COVID-19, продлили тренд на отечественный шопинг. По данным разных люксовых компаний, рост продаж в последние полгода обусловлен как раз шопингом в пределах своей страны. Поскольку китайские потребители являются лидерами на рынке люкса, самым важным сдвигом в статистике эксперты наблюдали как раз в этой стране. По словам аналитиков, тот рост, который происходил сейчас, за 2 недели раньше, наблюдали в течение нескольких лет. Если в 2019 году Европа была бесспорным лидером на рынке роскоши, то уже к 2025 Китай станет мировым центром шопинга. Ранее эксперты заявляли, что вторичный рынок одежды переживает кризис из-за пандемии. Сектор, на котором борцы за экологию возглавляли одежду, находится в состоянии застоя из-за введенных ограничений. С вами был самый модный канал Ютуба. Не забудь дать в колокольчик и поставить палец вверх. Заходи на наш Инстаграм, ТикТок и Телеграм. Здесь мы выкладываем актуальные новости и новинки. Thank you.